Снимал видео. То есть вчера было 20 апреля, сегодня 21. В эту ночь была сильная метель. Вот он, наш виноград. Смотрите, докуда снег. Винограду конец тоже. И замерз. Вот так, сзади. А? Вчерашнего Леуштяна моего нету. Дерево бедное. Сломается. Деревья мои, конец, маленькие. Я тону. Смотрите, как глубоко. Дерево. Оно. Это после вчерашней метели. Вернее, этой ночью метель была. Зимой не всегда такой снег. Одним словом. О, смотрите. Чуть ли по колено не доходит моя нога. Вишня совсем прибита. А, вот здесь клубника. Ой, ее даже не видно. Ой, посмотрите на это дерево. Благо, что еще нулевая температура. Рад. Смотрите, нет на дорогу. По этой дороге ежедневно ездит не меньше 100 машин. Фур. Провода оборваны, света нет в Камрате. Можно идти, но провода повсюду валяются. Посмотрите, что творится. Со вчерашнего дня нет света. А здесь что творится? Провода валяются просто на дороге. То есть даже если кто-то хочет проехать, эти провода.
8 утра, ни одной машины не убирает дорогу, ни одной службы. Видать, очень уставшие. Так, у нас быстро реагируют на чрезвычайное положение. Заметьте, везде провода оборваны. То есть в городе не будет света, ну минимум до вечера, минимум. То есть это уже будет больше сутки, как света нету. Дома, естественно, отапливать невозможно, так как все на свету. Даже если котел включить, то он без света не работает. Посмотрите, какие толстые наки на проводах. Дорога сломала колхозную крышу, где обычно откачивали воду. Вот, посмотрите, что творится. А? Сейчас издалека возьму. Орехи замерзли. В этом году орехов точно не будет. Чистят сами жильцы и тротуары.